Одиссей, смотри, сколько настольных игр! Одиссей, осторожней, пожалуйста! Да, но я ничего не сделал! А! Ты это видел? Что это? Упала вторая коробка! Что это? Да! И еще! О, боже мой! Что случилось? Не знаю! Боже мой, Одиссей, что случилось со светом? Почему он мигает, Одиссей? Опять погас! Опять погас! Опять включился! Что-то здесь не так, Одиссей! Давай ждем отсюда, бежим! Друзья, здесь есть привидение! Пойдемте, расскажем Серафарио! Побежали, быстрее! Стоп! Одиссей, машина заколдована, беги! Бежим! Рафарио! Рафарио, у нас для тебя новости! Что случилось, дети? Что вам от меня нужно? Рафарио, мы были в Бла-Бла, и там были привидения! Рафарио, что нам делать? Там точно есть привидения, потому что постоянно гас свет! Так всегда делают привидения! Мы выбирали игрушки, и внезапно они стали падать вниз! Вот так, из ниоткуда! Это точно привидение! Ребята, это очень опасно и точно для нас хорошо, потому что мы откроем агентство по поимке привидений, друзья! О, точно, сейчас найдем все, что нам необходимо, все оборудование, и начнем, друзья, начнем сразу! Потихоньку, не спеша! Ты ненормальный, Рафарио! Рафарио знает, что делает! Не связывайся с Рафарио, никогда, никогда! Если я сказал, да, так и будет! Только Джиэль Арми! Поехали! Чуваки, почему вы так сильно орете, а? Димон, мы открываем новое дело! Будем ловить привидения! Привидения? Что ты говоришь? Ты ненормальный! Ведь привидения не существует! Кто конечно не знал? Же существует, Димон! Димон, может, ты боишься? Что? Я не боюсь привидений, потому что их не существует же, конечно! Димон, знай, привидения вселяются в тех, кто их боится для начала, понимаешь? Это правда, Димон, и поэтому осторожней! Нет, я не боюсь вообще, так что ничего не будет! Да, конечно! Только что все заказал, до вечера все будет готово, привезут прямо сюда! До вечера? Почему мы пойдем туда вечером? Какая разница, Димон, ты же не боишься? Димон, вечером, потому что вечером лучшее время, когда ты можешь найти привидение! Чуваки, а вы верите в привидения, да или нет? Напишите внизу в комментариях, друзья, окей? И давайте, подпишитесь, если вы не боитесь привидений, давайте! 2 hours later. Мы готовы! Поймаем привидения и порвем их! Окей! Может, не пойдем вообще? Не переживай, никогда, Рафарио знает, что делает! Димон, хватит бояться, это плохо, чтоб ты знал! Я не боюсь, я человек культуры! Мы готовы, друзья, поехали! Привидения, мы едем! Помощь! Все, мы готовы! О, боже мой! Димон, ты не пойдешь с нами? Нет, Одиссей, ведь привидений не существует, я буду сидеть здесь! Окей, хорошо, ты трус! Иди отсюда, Нубиар, иди отсюда! Итак, мы зашли в Бла-Бла, и сейчас, друзья, мы готовы к войне! Из оборудования у нас есть абсолютно все, друзья, вот это! Вот этот прибор останавливает привидения. А вот этот прибор их раздражает. И вот когда привидения стали уставшими и раздраженными, нажимаем на эту кнопку. Их засасывают внутрь, и привидения закрыты там навсегда. Итак, пойдем туда. Это такое противное! Знаешь, что это такое? Нет, Рафарио, но это что-то страшное. Это кровь привидения. Нет, стой! Это пранк, это просто кровь, ничего страшного. Рафарио, это не смешно. Что ты делаешь? Мы здесь ищем привидения, а ты занимаешься фигней. Сосредоточься. Не переживай, никогда не связывайся с Рафарио, чувак. Друзья, скажу вам правду, все это неправда. Хорошо, что я сижу здесь и расслабляюсь. Не хватало еще идти туда искать привидений. Кто во все это верит, а? О! Боже мой, друзья, что случилось? Похоже, что это привидение! В итоге они существуют! О, боже мой, я должен бежать! Привидение! А-а-а!
Где все остальные? Чуваки, быстро на помощь! Я сойду с ума! Что вы делаете? Ты что делаешь, Димон? Ты нас испугал! Привидение! Привидение! Я видел привидение! Что точно ты видел? Скажи! Привидение пробралось в машину! Она начала шататься, начала сигналить, и я прибежал сюда, к вам! Димон, в этом планшете есть программа, чтобы искать привидение. На, держи! Знаю, знаю, Рафарио! Это же я ее установил! Итак, а сейчас я предлагаю нам разделиться, чтобы быстрее найти привидение, окей? Что ты говоришь? Ты что, ненормальный? Я оттуда прибежал, чтобы не быть одному, а теперь ты говоришь разделиться? Блин, Димон, опять ты боишься? Да что ты за трус? Скажу честно, это не очень хорошая идея, но ты прав, мы должны разделиться, чуваки. И я пойду туда. Нет, туда. Я туда. Я туда. Все, погнали. Я туда иду. О, где же вы, привидение? Прошу вас, не делайте мне плохо. Ладно, пожалуйста. Нет, ладно, никого нет. Чуваки, я должен найти самое безопасное место в этом здании. Только для того, чтобы выжить, ясно? Пойду-ка я поищу. Привидение, где вы? Я вас съем. О, что это? Это костюм привидения? Друзья, я сейчас делаю пранк Рафарио. Я ему отомщу, потому что до этого он испугал меня. Хорошо, что пока мы вместе. Да-да, Одиссей. Я ничего не боюсь, Одиссей, знаю это. Идем туда. Рафарио, помоги мне! Это пранк, бро! Осторожнее, в следующий раз я могу тебя убить. Ты знаешь, не связывайся с Рафарио, не связывайся никогда. Знай это, Стас, здесь тебе не игрушки, здесь серьезные дела. Да ладно, Рафарио, успокойся, один пранк сделал, как и ты до этого. Давай лучше сосредоточимся, найдем эти привидения и закончим со всем этим уже. Да-да, давай сосредоточимся немного. Давай-давай, сними это, пошли. Можешь, ты впереди, Димон, ты можешь, ты впереди, ты сильный Димон. Друзья, думаю, что это то самое место, самое безопасное для меня. И у меня есть одна идея, я сделаю себе укрытие. Смотрите, что у меня есть. Соль. И как вы знаете, привидения боятся соли. И поэтому я насыплю ее здесь и защищу себя. И еще у меня с собой свечки. Свечки очень защищают от злых духов и привидений. И поэтому, друзья, я буду вдвойне защищен. Идем, сделаем нашу защиту. Отлично, начали. Одиссей, знаешь что? Мы должны разделиться немного. Ты идешь направо, а я пойду налево. Хорошо. Все, пошли. Привидение, где ты? Я ничего не боюсь, знай это. Вот так вот, так вот, так вот. Маленькая игрушка. Хочешь поиграть со мной в одну игру? Ничего не боюсь. Где ты там? Ничего не вижу, никаких привидений. Может, все это, что произошло тогда, нам показалось с Одиссеем? И может, мы ненормальные? Не знаю, чуваки, я разочаровался. Думаю, что и другие ничего не нашли. Ничего. Оставлю все, меня не волнует. Пойду в туалет, вниз. Что делать? Все это полная фигня. О, боже! Что это такое я вижу? Это настоящее привидение! Отлично, друзья. Итак, закончил мой круг из соли, и сейчас я зажгу свечки. Потому что, друзья, как я вам уже сказал, свечки изгоняют привидений. Это полезная вещь. Отлично, друзья. Я сейчас защищен, и я очень спокоен. Скажу вам честно, это мне очень помогло. Я расслаблюсь здесь, посижу и просто посмотрю, что будет дальше. Главное — спокойствие. Одиссей, Одиссей, там было привидение! Стас, и за мной гнались две тачки! Давай держи!
держаться вместе, это лучше, чем отдельно. Да, Одиссей, вместе, но я потерял свое оружие, оставил там, потому что был уверен, что все это неправда, и нам показалось. И я тоже был в этом уверен. А Рафарио где? Не знаю, Одиссей. В последний раз я его видел, когда испугал вас. И чего мы ждем? Пошли найдем его. Ты прав, Одиссей, ты прав. Пошли. Только куда пойдем, Одиссей? Идем туда. Идем. О, друзья, свет мигает. Думаю, что пришло привидение. Хорошо, что у меня есть мои свечки и моя соль, которые меня защищают. О, боже мой. Боже мой, что здесь творится? О, Одиссей, стой! Мое оружие. И где-то там было привидение. Но мы должны опять пойти туда, чтобы найти Рафарио. Ладно, пойдем. Друзья, думаю, что меня зовут. Меня ищет моя команда. Не знаю, пойду помогу им. Пойду посмотрю, что там у них случилось. Или нет, если я выйду из круга, я рискую. Я знаю, но я пойду и сделаю это. Я человек культуры. Чуваки, я иду к вам, чуваки. Чуваки, какой прикольный робот. Ну-ка, посмотрю. Классная игрушка. Рафарио! Одиссей! О, боже! Одиссей, кто-то его держит! Пойдем ему поможем! Пойдем! Рафарио, что случилось? Рафарио! Стас, его держит невидимая сила! Что это может быть? Помоги мне, Стас, помоги! Да не так, дурак, стреляй из оружия лучше. Что ты делаешь? Давай, давай, быстрее, возьми оружие. Одиссей, дай оружие. Возьми, возьми. Другую руку. Рафарио, вставай. Ты в порядке, друг мой? Спасибо большое, только Джулиарны, друзья. Блин, чуваки, а Димон все-таки где? Точно, Димон! Рафарио, вставай! Димон! 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 Ты где? Димон! 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 Где ты был все это время, Димон? Давай уйдем, Димон! Нет, не хочу уходить. Здесь мой дом. Твой дом, что ты имеешь в виду? Не понимаю, что это значит вообще. Хочу, чтобы вы остались со мной здесь, чтобы играть всю нашу жизнь. Что это такое? Что я вижу здесь? Боже мой! Одиссей! Что это? Пацаны, в него вселилось привидение. Открой ловушку, Одиссей! Стас, стреляем! Поймали привидение в ловушку! Боже мой! Димон, ты в порядке? Я в порядке, чуваки, а что случилось? Димон, только что мы тебя спасли! Чтоб ты знал, в тебя вселилось привидение! Боже мой, что это? Кровь, оставь! Оставь, не трогай, чувак! Сегодня Стас и Одиссей будут находиться в этих аквариумах. То есть ребята снаружи будут делать челленджи, чтобы помочь своей команде выиграть. Аквариум проигравшей команды будет наполняться водой. Стас, мы с тобой команда синих, мы выиграем. Да, Димон, я доверяю тебе. А мы, Одиссей, команда красных, правильно. Да, мы порвем этих синих. Друзья, я готов. Друзья, не вижу проблемы. Я выиграю этот челлендж, я ж спортсмен. Друзья, здесь очень жарко. Ребята, вы готовы? Да! Тогда давайте начнем! В первом челлендже у нас веревка, бассейн и лед! Ребята должны будут тянуть веревку с двух сторон, и тот, кто упадет в бассейн, проиграет! И аквариум проигравшей команды будет заполняться водой! Чуваки, я практически уверен, что победит Рафарио, потому что он ведь намного сильнее и гораздо больше. Да, правильно, Одиссей, я намного сильнее. Смотрите, как я могу, друзья! Друзья, может, у меня и нет столько силы, но у меня есть кое-что поважнее. Мозги! И говорю вам, что мозги намного сильнее бицепсов. Давай, Димон, включай свой мозг! На счет три! Раз, два, три!
Мозги! Мозги! Я не понял, как так получилось? Я же сильней! Как так могло получиться? Это был скам! Это скам, друзья! У меня золотые мозги, друзья! Блин, Рафарио, я не верю! Ты проиграл! Я ж тебе доверил, блин! Нет! 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 Вода просто ледяная! Не могу! Мне холодно! Холодно! Прости, Одиссей, что я проиграл. Я знаю, что сейчас тебе очень холодно. Друзья, у нашего аквариума 4 уровня. 1, 2, 3 и 4. Если у кого-то из ребят вода дойдет до 4 уровня, то вода не перестанет литься. И это очень страшно. Он может захлебнуться. Как круто, что мы победили, друзья. Надеюсь, что и в дальнейшем буду гордиться Димоном. И он не проиграет ни разу. Итак, друзья, аквариум Одиссея заполнился до 1 уровня. Начинаем второй челлендж. Батл Флип! Димон, ты же победишь, да? Не знаю, но я надеюсь. Рафарио, не проиграй, я не хочу захлебнуться. Не переживай, только Джиллерми. Я, ребята, точно выиграю этот раунд. Я же профессионал. Итак, друзья, у каждого из вас есть по 3 попытки. У кого из вас получится больше, того команда и выигрывает. 3, 2, 1. Поехали! Я начну первым. Нет, чуваки! Моя очередь, теперь я бросаю! Нет! Лузер, лузер! Ес, ес, да, только Джиллерми! О, у Димона вообще не получается, чуваки! Сосредоточься! Браво, Рафарио, 1 балл уже есть, теперь продолжай! Друзья, я смогу, верьте в меня! А, да! Да! Друзья, смотрите, у нас сейчас ничья, я должен выиграть! У нас ничья, я должен победить! Поехали! Итак... Я выиграл! Только Джиллерми! Знай, Димон, ты лузер! У меня тоже осталась одна попытка! Нет, 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 у тебя нет! У него есть еще одна попытка, Рафарио! Нет, нет, ты проиграл! Эй, у него осталась еще одна попытка! Мария, скажи ему! Да, да, Стас, у него есть еще одна попытка! Давай, Димон, попробуй! Короче, Рафарио не умеет считать! Смотрите, друзья, давайте сравняем счет! Я же говорил, что ты лузер и победит Рафарио. Давайте заливайте воду. Блин, друзья, я знал, Димон лузер. Он не умеет играть в Battle Flip. Блин, чуваки, полилась вода. Как вы поняли, вода должна достичь до вот этого уровня. Вода у обеих команд достигла 1 уровня. Как вы себя чувствуете? Скажу честно, что вода здесь очень холодная, друзья. Чуваки, а у меня тут вода уже нормально так нагрелась. Конечно, Одиссей, твоя вода уже нагрелась. Ты же туда пописал, вонючка. Вот что ты несешь, Димон? Я не делаю таких вещей, я ж мужчина. Третий челлендж, друзья, очень экстремальный. Ребята должны будут съесть очень кислые снеки. И у них будет только 1 минута. Обожаю кислые снеки, поэтому я выиграю, Рафарио. Мечтать не вредно, пацан. 3, 2, 1. Давай, Димон, ты же любишь все кислое, ты сможешь! Давай, гигант Рафарио! Это кисло-сладкое, а это кислота. Поливаем сверху. Вот так заполняем. Друзья, мне очень интересно увидеть, кто из них победит. Что-то они не очень хорошо выглядят. Я Боже мой! Обыграю, Димон, давай. Знай это. У вас осталось 5 секунд. Время истекло, время истекло. Это ужасно. Друзья, думаю, вам сразу видно победителя. Димон даже не открыл эти 2 упаковки, а у Рафарио остался только мусор. Значит, Рафарио, ты выиграл!
Спасибо. Я не верю, друзья, они были настолько кислые, смотрите. Молодец, Рафарио, я знал, что ты победишь. Блин, чуваки, я вижу, что Димон вообще не справляется, все время проигрывает. Он вообще неудачник. Димон, проснись уже. Стас, не переживай, братан, сегодня просто не мой день. Но знай, в следующем челлендже точно будет что-нибудь для мозгов. И я точно выиграю, понял? Включи уже немного свой мозг, парень. Включи мозг. Давайте лучше следующий. Следующий челлендж, друзья, обещает быть очень прикольным. Мы будем сражаться! Ребята одеты в костюмы сумо и будут сражаться. И тот, кто выиграет, выиграет и его команда. Я выиграю, друзья, только Джейлярми. Рафарио, ты проиграешь! Тот, кто первым упадет, проигрывает! Давай, Рафарио! Димон, повернись! Димон, повернись! Наоборот! Я выигрываю! Давай, Рафарио, ты же намного сильнее Димона! Давай, Димон, столкни его уже в бассейн! Друзья, все плохо, я проиграл. Я победил, я победил. Да, Димон, я знал, что ты сможешь. Я профессионал в сумо, друзья. Я поеду в Японию и буду участвовать в соревнованиях сумо. Мне идет? О, чуваки, смотрите, теперь аквариум опять наполняется водой. Мне так холодно. В следующем челлендже у Димона и Рафарио есть водяные пистолеты. Они должны скинуть стаканчики со стола. Тот, кто скинет больше... побеждает. Ну что, я все объяснила, вы готовы? 3, 2, 1! Давай! Погнали, давай, Димон! Давай, Димон! Поехали! Ну давай уже, Рафарио! Еще немного! Так! Давай! Один! Немного осталось! Один! Все! Давай пока, Нубяра! Еще чуть-чуть осталось, друзья! Осталось только 2 стакана, посмотрите! О, Рафарио, что ты наделал? Я что-то захлебнусь! Да, Димон, победили, братан! Мне здесь плохо, на помощь! В следующем челлендже должны будут участвовать ребята из аквариума! Да, чуваки, наконец-то я смогу участвовать тоже! Вы ненормальные? Как мы можем участвовать еще после стольких часов, проведенных здесь? У каждого будет по 4 дротика и 6 шариков. Тот, кто сможет лопнуть больше шариков, выиграет этот челлендж! Вы готовы? Да! Тогда начинаем! Да, начинаем, держите! Стас, я в тебя верю! Выиграй и выйди оттуда! Одиссей останется внутри! Давай, Одиссей, ты сможешь, мой мальчик! Давай, Одиссей, ты начинаешь первым! Давай, Одиссей! Смотрите, я смогу! Да! Моя очередь, да? Да, твоя! 1-1, друзья! Поехали! Я точно попаду, я уверен! 2-1, друзья! Пока выигрывает Стас! Давай, Одиссей! Друзья, у меня остался последний. Я попробую попасть одним дротиком сразу в 2 шарика. Я знаю, что это практически невозможно, но я же Одиссей, у меня должно получиться. Одиссей, твоя очередь, но ты все равно проиграл. А я, друзья, верю, что может получиться то, о чем говорит Одиссей. Давайте посмотрим. Отлично, начинаем. 1, 2, 3. Да! Это невероятно, друзья, он попал в 4. Вытащите меня отсюда! Давайте, вытащите меня отсюда! Нет, друзья, я остаюсь здесь, я никогда отсюда не выйду! Друзья, раз Одиссей проиграл и этот челлендж, означает, что вода достигнет 4-го уровня, и он проигравший! Стас, ты победитель! Да, вытащите меня отсюда, вытащите меня! Одиссей, мне очень жаль, что ты там остаешься, давай пока, Нубяра! О, друзья, я не верю, я захлебнусь здесь, я вас очень люблю!